sole mio, stai in fronte a te. Oh sole mio, stai in fronte a te. Buongiorno, turista italiano. Benvenuto a Токио. Добро пожаловать в Токио. Я в твоем распоряжении, узнавай любую информацию. Теперь говори. Парла! Где итальянское посольство? Повтори вопрос. Медленнее. Я не понял. Где итальянское посольство? Говори на чистом итальянском. А какой итальянский чистый? Чистый итальянский – это когда римлянин говорит на тосканском. Пербакко, дорогая Мадонна! Где же у нас здесь будет итальянское посольство? Слишком тосканский. А я сказал тосканский в устах римлянина. Черт возьми, тупая машина! Что же ты не соображаешь, где посольство? Диалект непонятен, мой кот не принимает. Хорошо, попробуем на английском. Ну-ка. God save our gracious queen, God save our gracious queen, God save the queen. Good morning, English tourist. Good morning, English tourist. Welcome to Tokyo. Я готов ответить на твои вопросы. Говори. Секундочку. Where is Italian embassy? Я тебя узнал? Это снова ты. Ты говоришь на ужасном английском. Я не понимаю. Знаешь что? Раз ты это не понимаешь, иди тогда в задницу. Сам иди. А это, кстати, и был тосканский устами римлянина.